скажи: мама, поздравляю тебя с праздником. С праздником, да. И дарю тебе цветы. Сюда. Скажи: я поздравляю тебя с праздником. Говори. Говори еще разочек. С праздником. И дарю цветы. Говори. И дарю цветы. Молодец. И помаши маме, скажи: мама. Сюда. Мама. Любимая мамочка, поздравляю тебя с 8 марта. Желаю тебе счастья, крепчайшего здоровья, благополучной жизни в семье. Тимофей, сколько тебе лет? 4. 4 годика. Скоро будет праздник мам. Ты маму свою хочешь поздравить с праздником? Что ты ей пожелаешь? Я хочу, чтобы она крепкая была, поебала цветы свои, ухаживала за ними. И еще, чтобы она мыла посуду, спала. Молодец, ты заботишься о том, чтобы мама больше отдыхала? Да. Хочешь, умница. Я посуду мыть будешь маме помогать? Да. Вот пообещай, скажи, мама. Прямо сегодня. Молодец, прямо сегодня. Пообещай, скажи: мама, я буду помогать тебе мыть посуду. Я только один буду. Молодец. Ну, а теперь помаши маме и воздушный поцелуй. Совсем скоро замечательный праздник, международный день, 8 марта. Амелия, я очень хочу, чтобы ты свою маму поздравила с этим замечательным праздником. Я поздравляю свою маму Нелли Фаритовну, я ей желаю счастья, здоровья, любви и успехов во всем. Я люблю свою маму, поздравляю ее с праздником, желаю ей успехов, здоровья, чтобы летом она съездила на курорт и получала много-много зарплаты. Я поздравляю свою маму Костенко Надежду Олеговну, желаю счастья, любви, здоровья и быть хорошей дочкой. С праздником! Ева, совсем скоро замечательный праздник весны, 8 марта. Можешь поздравить свою маму с праздником? Да. А что бы ты хотела ей пожелать в этот день? Счастья, здоровья, улыбок, любви, доброты. А как зовут твою маму? Надоненко Ольга Витальевна. Я тебя люблю, мама.